Можно по-разному строить свою жизнь. Можно ждать встреч, можно встречу находить. Можно, в конце концов, сесть на велик и поехать, куда глаза глядят. Ну, имея приблизительный маршрут. И что самое главное, важно при этом где-то в глубине души иметь такой некий магнит. То есть я хочу встретить не просто хорошего человека, а я хочу встретить хорошего человека, удивительного человека, который еще делает удивительную музыку. Сел и поехал. Не зависишь ни от чего. Ни от бензина, ни от пробок, ни от парковок, ни от поездов, ни от денег. Нет, от денег все-таки немножко зависишь, но нужно дать стартовый пинок. Собственно, возьмем и соединимся.